Привет, ребята. Выбрался я на улицу и хочу вам рассказать свою историю. Я кушал мясо, вернее колбасу, и у меня хрустнул вот этот зуб. Он хрустнул тогда, когда я ел колбасу. В колбасе попался хрящ. Я сдавил зубы, и этот зуб треснул. Я слышал характерный такой хруст. Прошло 2 дня. Я иду к зубному врачу. Прошел 1 день. Я записался к врачу, потому что зуб не проходит. Нужно идти его лечить. Такие вот дела. Так что если у вас хрустнул зуб, нужно его идти лечить. А то будет удаление зуба. Возможно, его удалят, и я буду без зуба. Такие вот дела. Сейчас я иду в бассейн плавать. Мне спортом нельзя заниматься в тренажерке, потому что у меня артроз и грыжа межпозвоночного диска в поясничном отделе. Поэтому я иду плавать. Посмотрим, что будет с зубом. Буду вас держать в курсе. Болит у меня вот этот передний зуб. Погнал я плавать. Надо с жиром бороться на животе. Вышел я из бассейна. Иду лечить зуб. Посмотрим, что скажут. Вот такие сосульки здесь. Вернулся я из больницы. У меня болит зуб. Вот это, что мне сказали по поводу этого зуба? Сделали мне рентгеновский снимок. Сказали, что у меня вывих зуба. Зуб можно попытаться спасти. Купил я таблетки. Мне сказали, если не станет лучше, приходи, будем вскрывать зуб. Кончился день, а я так и не записал для вас видео. Ввожу вас в курс дела. Вот этот мне зуб лечили. Вскрыли его, почистили канал. Врач сказал, что на верхушке зуба был гной. Мне почистили этот канал. Сделали обеззараживание. Не знаю, как это правильно называется. Перед этим кололи обезболивающее. Здесь я плохо чувствую. Верхнюю губу плохо чувствую. Если быть кратко. Сейчас у меня в зубе дырка. Сказали ходить так, чтобы воспаление все выходило. Поставили ватку. Временную пломбу не ставили. Сказали еще полоскать с водой зуб. Там кто-то ходит. Сегодня я иду долечивать вот этот зуб. В прошлый раз мне его вскрыли, почистили каналы. И сегодня иду опять к врачу, что он скажет, что будем делать. Стал я раздеваться и вспомнил, что я не записал для вас видео. Сейчас тяну на улице, как вы можете видеть. Я только что вернулся из больницы, ну как вернее вернулся, я еще в магазин сходил. Я очень сильно хочу есть. Полечили мне зуб, запломбировали канал и поставили пломбу. Зуб не такой, как раньше, не новый уже. Я его не чувствую. Когда чищу зубы, вот когда каналы были открыты, постоянно щеткой за него цепляюсь. Когда ем ложкой, за него цепляюсь. Я уже стал к нему привыкать, но все равно. Лучше, когда был этот зуб живой. Берегите свои зубы. Спасибо, что меня посмотрели. Еще увидимся. Пока.